Так, мы спускаемся к площади Советов. А по правую сторону дом моды Веры Деппы. Горы Деппы. Такое вот там. Это старинное здание. Здесь в основном старинное здание. Вот такая площадь. Я тоже. Да. Рядом возле меня мой золотой внучок. А вот это находится здание мужской гимназии. Наверху флюгер. Сейчас просят горожан, чтобы они придумали какой-нибудь новый флюгер. Ну и он в стадии реконструкции. Там будет краеведческий музей. Или картинная галерея. Вот точно не знаю. В общем, вот так все. Вот тут вот такой знатный пустырь. А вот здесь вот такие дома, и старинные, и современные. И мы спускаемся к площади Советов. Она была организована, она образована была в 1967-68 году, мне кажется, что-то я вот не помню, но мне кажется так. Вот. Ну, дальше что же здесь? Там центральный рынок, а вот здесь вот цирк. Жара. Вот такой памятный знак. 26 ноября в 1917 году на этом месте в кинотеатре «Гигант» состоялось объединенное заседание Советов рабочих, солдатских и крестьян-депутатов, которое приняло решение об установлении в городе Курске, Курской губернии, советской власти. Вот такой памятный знак крестьянам народа. Вот он немножечко обшарпанный, конечно. Можно было бы его и Стелла там привести в порядок. А вот он, вот вся власть Советом. Ну, в общем-то, сейчас все поменялось. Я не знаю, вот сейчас власть Советом или нет. Ага. Да. Да. А внук мой говорит, пойдем туда, на медведя посмотрим. Так. А здесь памятные доски курянам, которые отдали жизнь в борьбе за советскую власть. Вот они здесь есть. Тут вот такая аллея. А вот там медведь. А рядом возле меня Михаил. Почти что тоже медведь. Вот. И что я хочу сказать. Вот это здание цирка. Оно было построено в 70-х годах на месте старого железнодорожного вокзала. А потом этот цирк в 90-х годах сгорел, и в 2013 году он был восстановлен. Там есть скульптура. На той скульптуре Никулин, еще кто-то. Так, а вот это Михаил, улыбнись, все прекрасно. Два Мишки стоят. Два Михаила стоят. Ну-ка, вон какой. Ага, нормальный. Ну все. Так, дальше мы идем. Куда, Мишуль? Так, итак, это площадь Советов. Отличная площадь. Вот, а это торговый центр Сосновский.
Говорят, там красивые лестницы, старинные, красивые. Надо будет когда-нибудь